Розовая пыль, гаражная атмосфера и груда стульев. Смотря на мизансцену, угадать, о чем спектакль, трудно. Автор задумки Марина Вам. Приехала из Эстонии, живет в Москве и гостит в Ижевске. На нашей земле она нашла студентку Дарью. Все 40 минут спектакля они на сцене только вдвоем. Этот спектакль говорит о мечте. И, наверное, самое главное – это контраст в этом спектакле. То есть противопоставление мелкой мечте, мечте доброй. Прихоть и истинное желание, меркантильное и чистое. Спектакль полон антонимов. Марина Вам уверена, ижевская публика готова к такому сумасшедшему арт-перформансу. Вот этот спектакль, из-за того, что Даша учится на 5-м курсе медицинского, мы можем пока его только в Ижевске показать. Но я надеюсь, что уже в конце лета мы сможем в Москву приехать с этим спектаклем. Марина говорит, жанр спектакля определить одним словом нельзя. Это пластический, физическая, театральная, танцевальная постановка о самом нутре человеческих мыслей и желаний. Здесь каждый может найти свой смысл и увидеть себя. Он отображает больше чувства, чем эмоции. Обнажаются это все человеческое. Мне кажется, ревности больше. Ну, то есть подражание, ревность, зависть. Они идут... Спектакль заставляет выйти из зоны комфорта и ощутить легкий гипноз. Эту постановку девушки еще не раз собираются показать ижевскому зрителю и каждый раз будут выступать в разных местах. В зависимости от этого будут начинять сценарий новыми элементами. Живут в Ижевске Анастасия Бронникова, Руслан Басилашвили и Николай Колодкин.